Поездка из Альштетта в Галле, естественно, была с остановкой в Зейбурге, на озере Сойсерзия, по-моему, называется. Вот на этом месте мы фотографировались с альштетским автобусом, и автобус наш стоял вот там. И сейчас стоит наше прокатное авто черного цвета. Вот. А вот здесь был в то время какой-то, здесь был земляной просто берег. А сейчас вот здесь такая насыпь, вот там вдалеке на камушке сидит Света, фотографирует уточек. Она любит уточек фотографировать. И здесь вот сейчас такая набережная, вот с такими красивыми деревьями. К сожалению, все, съемка идет против солнца, но другого времени мы не выбирали. И все. А здесь уже начинаются кусты и что-то такое, куда нельзя. Частный дом. Панорама озера, столь любимого альштетскими рыбаками. Озеро по-прежнему большое, чистое, там кто-то катается на лодочке. И вот то место, где мы фотографировались. Вот теперь вид того места, где мы фотографировались, с места стоянки, вид на озеро, до цвета. Она тут удивляется тому, что здесь запросто. Почему у нас ее почему-то называют золотая, потому что она цветет. Ага. Но здесь же реально еще какая-то золотая. Здесь так просто. Все, Свет, хватит. А то подумают, что мы ее едим. Нет.